совершил великое. Народ Мирданы свободен, и орки побеждены. Слуга Белиара пал, Зубен мертв. Без него владычеству ассасинов скоро придет конец. Инос, я исполнил твою волю. Ты был верен моим именем, и ты был храбр. Я награждаю тебя даром предвидеть будущее. Спасибо, это я и хотел услышать. Королевские войска и паладины вновь станут многочисленны и будут прирастать могуществом, гордостью и силой. Теперь Ли станет генералом армии. Под его сильным руководством раздробленные отряды людей вновь воссоединятся. Его война с орками закончится только когда последний город будет освобожден от орков. Или когда Ли погибнет смертью героя. Горн будет на свой страх и риск продолжать борьбу против орков. Одно его имя будет внушать оркам страх. После смерти Робара II я вступлю на его престол и сам стану королем Миртаны. Владычество орков продлится еще многие годы. Торус найдет последние ворота, которые он будет охранять. Ворота в пустыню Варант. Он станет регентом Трелиса и будет единственным полководцем среди людей, за которым орки будут следовать до самой смерти. Но в конце концов орки научатся жить в мире с людьми. Пережившие войну вернутся в свои города и земли. В королевстве людей настанет эпоха мира и процветания. Сатурас, маг воды, поведет кочевников в далекий путь, и они опять пойдут путем вечного странника, как это делали их пращуры. Диего станет богатейшим человеком в мире. У него всегда была коммерческая жилка. Под защитой стен Морасула он создаст свою великую торговую империю. Лестер, наконец, обрел долгожданный покой в Брага и превращает горячий песок пустыни в плодородную пашню, чтобы разводить там свою болотницу. Ангар устал от боев и нашел покой в уединении среди руин Варанта. В горах Нордмара вскоре все пойдет своим обычным чередом. Варвары наконец вернули себе страну своих предков. Наступит затишье в белых горах Нордмара. Мильтон останется в монастыре и будет изучать письмена древнего народа. Седой старик, он станет мудрейшим из мудрых и будет передавать древние знания своим ученикам. Да. А Ларес? Ну, я уверен, он всегда будет там, где есть чем поживиться. Ну да. И это все? Посмотрим. Но, несомненно, одно. Все будет хорошо. Мы открыли портал, ведущий в неведомую страну. И покинули этот мир навсегда. Что бы нас ни ожидало, это уже совсем другая история. Королевские войска и паладины вновь станут многочисленны и будут прирастать могуществом, гордостью и силой. Долгие годы Ли покушался на жизнь короля из-за предательства, совершенного Робаром. Король Робар мертв. Наконец, месть Ли совершилась. Теперь Ли станет генералом армии. Под его сильным руководством раздробленные отряды людей вновь воссоединятся.
Его война с орками закончится только когда последний город будет освобожден от орков, или когда Ли погибнет смертью героя. Горн будет на свой страх и риск продолжать борьбу против орков. Одно его имя будет внушать оркам страх. Владычество орков продлится еще многие годы. Каан принимает почести как завоеватель Оркской империи и провозглашает себя новым королем Миртаны. Торус найдет последние ворота, которые он будет охранять. Ворота в пустыню Варант. Он станет регентом Трелиса и будет единственным полководцем среди людей, за которым орки будут следовать до самой смерти. Но в конце концов орки научатся жить в мире с людьми. Пережившие войну вернутся в свои города и земли. В королевстве людей настанет эпоха мира и процветания. Сатурас, маг воды, поведет кочевников в далекий путь, и они опять пойдут путем вечного странника, как это делали их пращуры. Диего станет богатейшим человеком в мире. У него всегда была коммерческая жилка. Под защитой стен Моросула он создаст свою великую торговую империю. Лестер, наконец, обрел долгожданный покой в Брага и превращает горячий песок пустыни в плодородную пашню, чтобы разводить там свою болотницу. Ангар устал от боев и нашел покой в уединении среди руин Варанта. В горах Нордмара вскоре все пойдет своим обычным чередом. Варвары, наконец, вернули себе страну своих предков. Наступит затишье в белых горах Нордмара. Мильтон останется в монастыре и будет изучать письмена древнего народа. Седой старик, он станет мудрейшим из мудрых и будет передавать древние знания своим ученикам. Пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, что мое решение было правильным. Да. А Ларес? Ну, я уверен, он всегда будет там, где есть чем поживиться. Ну да. И это все? Посмотрим. Но, несомненно, одно. Все будет хорошо. Ксардес потерял свою силу. Так случится с каждым, кто встанет на моем пути. Орки заплатили мне за свое предательство. Ты отомстил за меня. Время Зубина вышло. Как служил он мне при жизни, так послужит он мне и в смерти. Король Миртаны мертв. Властина сосвержена, его народ в отчаянии. Белиар, твоя воля исполнена. Ты хорошо сражался. За это я награждаю тебя даром предвидеть будущее. Спасибо, это я и хотел услышать. Королевские войска и паладины вновь станут многочисленны и будут прирастать могуществом, гордостью и силой. Долгие годы Ли покушался на жизнь короля из-за предательства, совершенного Рабаром. Король Рабар мертв. Наконец, месть Ли совершилась. Теперь Ли станет генералом армии. Под его сильным руководством раздробленные отряды людей вновь воссоединятся. Горн останется в Готе и будет восстанавливать старую крепость.
Это место станет прибежищем для всех, кого еще не совсем доконала война. Владычество орков низвергнуто. Торус найдет последние ворота, которые он будет охранять. Ворота в пустыню Варант. Он станет регентом Трелиса и будет единственным полководцем среди людей, за которым орки будут следовать до самой смерти. Пережившие войну вернутся в свои города и земли. В королевстве людей настанет эпоха мира и процветания. Владычество ассасинов расцветет пышным цветом и вскоре распространится по всей стране Миртана. Культура кочевников исчезнет в пустынных песках. Диего станет моим казначеем. Он будет распоряжаться тем богатством, которое будет копиться в моих сокровищницах. Лестер, наконец, обрел долгожданный покой в Брага и превращает горячий песок пустыни в плодородную пашню, чтобы разводить там свою болотницу. Ангар устал от боев и нашел покой в уединении среди руин Варанта. В горах Нордмара вскоре все пойдет своим обычным чередом. Варвары, наконец, вернули себе страну своих предков. Наступит затишье в белых горах Нордмара. Мильтон останется в монастыре и будет изучать письмена древнего народа. Седой старик, он станет мудрейшим из мудрых и будет передавать древние знания своим ученикам. Пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, что мое решение было правильным. М-да. А Ларес? Ну, я уверен, он всегда будет там, где есть чем поживиться. Ну да. И это все? Посмотрим. Но, несомненно, одно. Все будет хорошо. Давай. Ну тогда вперед! Мы открыли портал, ведущий в неведомую страну. И покинули этот мир навсегда. Что бы нас ни ожидало, это уже совсем другая история. Владычество орков низвергнуто. Мятеж, поднятый людьми, подавлен. И хотя последние восставшие люди будут побеждены, настанет день, когда люди вновь поднимутся и вернутся в свои города. Я освободил Варант от владычества ассасинов. Культура кочевников исчезнет в пустынных песках. О народе варваров в Нордмаре свидетельствуют лишь брошенные избы их некогда столь гордых деревень на заснеженных горных вершинах. Наступит затишье в белых горах Нордмара. Ну да, и это все? Посмотрим. Но, несомненно, одно, все будет хорошо.